Чё, как зрители, это Гагатун, и мы продолжаем с того момента, на котором мы остановились в прошлый раз, когда мы играли Бешлгавит. Ну, красавица куда-то уж, конечно. Ладно. Мы убедили Элизабет, что мы неплохие ребята, и сейчас мы идем. Куда мы еще шли? Я не помню, куда мы шли. Как мы здесь оказались? Я ничего не помню, ну ладно. Какие-то буратины бегают с мушкетами. Это что, гробик? А, да? Опс, это или рефлексы? Что произошло? Ты такая спокойная. Смотрим, смогу ли я открыть. Что-то такое есть. Можно увеличить себе магазин. На пистолет, которого у меня уже нет. Окей. Наверное, надо было об этом подумать. А, нет, у меня есть пистолет. Окей. Тогда я не зря его купил. А что такое? А, его выиграть. К чему это сейчас? Завет может открыть какие-то двери в них. Interest as a prophet having a bunch of carnies and carousels. The place is themed to acquaint children with national service. You mean the military? Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Did you write that? No. Это еще очередной фильм. Ладно, не буду я сейчас смотреть фильмы. Так. Можно мне было толпарь взломать, наверное, перед тем, как покупать. Тогда бы мне это обошлось гораздо дешевле. Ну, они выключили все. Куда нам идти? А, все-таки. Дверям. Не знаю, не знаю. Я пойду еще посмотрю, что тут есть. Че? Ну, открой. Посмотрим, что там с другой стороны. А, я вижу там вот. О, блин, блин. Не та кнопка, понимаешь? Так, вот раз я еще прокачаю себе щит. Прекрасно, Элизабет. Просто прекрасно. Это великолепно. Так. У нас еще есть. Все ближе и ближе к ачивменту. Еще что? Столько вещей, столько лута. Я не выдержу, столько лута. Тут все еще что-то осталось. Тут везде что-то остается. Ау. Что, новое оружие? Ладно, смотрим. Блин. И рефлексы, понимаешь? Их сложно перебороть. Не знаю, эта штука кажется супер точной, и она мне нравится. Только у меня патронов на нее нет. Что мне... Зато на пистолет он так быстро меняет. Не знаю, наверное, будем бегать теперь с этой штукой. Пикс. Что, не могу взломать ничего? А мне только 3. Мне нужно 5, чтобы взломать. Судя по всему. Да, у них 3. Ладно, войдем, наверное. Блин, что, он просто не кончается, тут бесконечный боезапас. А, у меня просто. У меня самого куча патронов, поэтому я не могу его взять. Окей. Это я был идиотом все это время. Можем заставить ее открыться. Ну, давай. Попробуем. Тянем, потянем, а вытянуть ноги. Doesn't seem to work very well.
Так, это что такое? А. О, мне кажется, это было в каком-то из роликов. Вот он. Это идет наш, нас в Париж. Букер. Букер. Да, можно походить здесь, поискать что-нибудь интересное. Он строит для тебя Эйфелеву башню. Так где? Куда ты делась? Куда ты делась? А, окей. Не-не-не-не-не, со мной. Смотрим, что тут еще есть. Никого не волнует, что я с пистолетами и оружием хожу тут. But it is the burden of the prophet to bring the wicked to righteousness. For what am I, if not a mirror to reflect the face of God? We got dogs for the boys, dogs for the girls, dogs for... Do you know why you were hired to come and get me? I imagine they were interested in meeting you. No doubt, for lockpicking lessons. Why you? I never even heard of this place before I got here. Huh. I assumed Columbia was common knowledge below. Guess I got a bit behind with current events. Я куплю хот-дог. Я его что, уже съел? Окей. Окей. Можно тут еще побегать. О, вот что такое. А, это та штука, которая за нами гналась. На вроде местной игрушки, что ли? Кто вы такой? I'm a independent contractor. Used to work for the Pinkertons and such. Not something you'd want gracing a resume. Pinkertons? Weren't they the ones they'd call in to settle things when the workers took to striking? Settle. Так, значит, таки вниз. Well, that's a word for it. Я не могу сесть поиграть это что-нибудь. Время игр закончилось. А, тут еще что-то есть. А, это здоровье. А? Нашел монетку? Окей, это была не одна монетка. So, Mr. DeWitt, is there a woman in your life? There was. She died. How? Giving birth. Oh. You have a child? No. Хм. Это печально. И я до сих пор ничего не могу купить. Время идет, а какие-то вещи... А, хотя, может быть, если... Нет, не, нифига не помогу. Фингово. Так. Что у меня там было? Ладно, пойдем к нашей цели тогда. Тут еще можно поисследовать. Да, всегда можно что-то поисследовать. Что? Ага. Это интересные книги. Никого не волнует, что я хожу с оружием тут. Так. When I was a girl, I dreamt of standing in a room. They frown on gardens in my part of town. And where is that? The part with no gardens. Как открыть это место? Это же явно... Это явно... Нужно открыть. Явно какая-то потайная дверь здесь. Как не открыть ее? Есть специальная книга. Ты видишь это? Явно открывается что-то. Есть потайной ход.
Ладно, видно. Так, я его не найду. А тут денег вообще нет. Извините. Парень отдыхает. Look, Dukin Dimwit. You know, remember, boys and girls, don't be a dimwit. How could you not know that? Потому что я тут не живу. Loved those stories when I was a kid. They are a bit off. Может, покатаемся, тут что-то вроде интересное есть. What? It's just imagining you in the carousel. Давай покатаемся. А куда ты делась? Эй. Эй, иди покатайся со мной. Давай, ну же. Нет. Ты хочешь покататься? Можешь мне где-то заплатить, чтобы нам покататься? Что еще такое? Ты игрушки продаешь? Hello. Keep your hands where I can see them. Держи свои руки там, где я их вижу. Чего ты постоянно убегаешь, когда я иду к тебе? Я не могу просто взять и стыбрить эту вещь. Парень, это, конечно, давно уже мужик. Я просто хочу взять эту бомбу, пушку, не знаю. Объясни, договориться, может, я могу заплатить ему. По стелсу-то не выйдет украсть ее, поэтому... Если я ее краду, то мы будем всех мочить... О, черт. Won't say it again. All right, no need to get emotional. City's gone to hell. Next thing I know, there'll be Vox Populi rampaging through the streets. Ладно, не будем воровать. Мы нормальные люди. Я не хочу начинать стрелять у всех. Хотя рано или поздно наверняка у всех убью, но... Ладно, хотя бы мы сейчас спокойно дойдем до точки, куда нам там нужно дойти. We need to summon the gondola if we intend to reach that airship. These seem to be the controls that summon her. Okay. Wow. Looks like this runs exclusively on shock jock. Чего она исчезла? Where in the hell are we gonna find that? Look. Come see the future of power at the Hall of Heroes. На что придется возвращаться куда? Gentlemen, the false shepherd is loose in the streets of our fair city. Will you suffer the shame of allowing your wives and your daughters to fall prey to his machinations? Я за это ложным пустырем. Почему так? Действуйте. Она сказала, действуйте. Тебе не кажется, что людей стало меньше что-то вокруг? Чувствую, мы вернемся за той пушкой. Опс, я не то нажал. Чё-то я вообще не то нажал. Чё я нажал-то? А, ладно, вернемся за пушкой. Так, продавец, ты уже куда-то пропал? Окей. Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Это вообще что такое? Хрена себе. Ну. Ладно. Проверим сейчас ее на деле. Shoot me. Как насчет этого? Вот это ж пушка. Ох, черт.
Так. Поблизко. Парень, ты-то куда бежишь? Окей, вообще-то он правильно бежал, там нужно что-то есть. А, лучше вас подсобрать побольше тут по круге. Ну, встаньте, деньте. Встаньте в круг. Хладнокровная серия убийств. Так, можно подбирать теле оружие. Ну, не знаю, это пуха, довольно такая пухная пуха. Мне нравится. Правда, для нее патронов нигде нет, кажется. А, нам нужно идти обратно. Until further notice. Then there won't be a line to get in. I found some money. Want it? Давай. Here. Монет. That'll do. Вау! Это достаточно много монеток. Теперь я могу купить. Да, я могу купить. Крит, Васер, Ферридж. Наконец-то! Теперь я смогу круче фигачить огнем. А теперь у меня опять денег не осталось на фиксе. Так, поехали. Где тут рычаг? Погнали. Упс, FPS стали проседать, что-то. Загрузочка! Что за фигня? Что-то не так? Не знаю. Ничего из того, что я не могу исправить. Окей. А, это будут какие-то головоломочки или? Oh, it's a bee. I hate these things. Jesus, just kill it. No, it'll sting me. Elizabeth. I have a better idea. Что? What are you doing? Что ты делаешь? Из-за пчелы? Shit. За... What? Куда мы попали? It's a tear. I used to open them all the time in my tower. What is a tear? It's like a window. Это окно. Это портал. Most of the time their doll is dishwater, a different colored towel or tea instead of coffee. But sometimes I see something amazing. Он же сейчас закроется. Yeah? There. Good God. I don't suppose you've got an airship in there. I don't think so. But there is. Иди обратно. There is something. Там что-то. Oh no. Close it. I'm trying. Close it. Вау. Как в тему. I don't really understand what I just saw back there. Я не особо понял, что я видел. Shortcut to getting us killed. Но это может нас убить. Это может также помочь. Trust me. Have it your way, I suppose. Просто дробовик. А, не знаю, может, конечно, просто дробовик тоже хорошая штука. Ладно. Against savage man or foreign horde, 'tis Comstock who takes up the sword. He puts himself in way of danger. Чё, тут уже что-то поломано? Окей, кто-то еще сзади меня. В сортире найдем и в сортире замочим. Окей, у этих ребят ничего нет. Я все-таки не знаю насчет этой пули. Ладно, она когда патроны кончится, я просто поменяю на какой-нибудь другой ствол, который попадется мне под руку. Монетки.
Это что такое? Конь? Я бы не стал на его месте пить все подряд, все, что я найду. Что за фигня? Теперь я могу отправлять врагов в воздух. Еще выпить я не могу. Так, стой. А, у меня уже он вооружен. Что же я должен... So long that the man has gone native. If Slate had his way, the damn colors and potato eaters would be up in Comstock House running Columbia or in your homes copulating with your wives. Now he has holed himself up in the Hall of Heroes, and it is our job to get him out, alive or dead. Once our gunships arrive, они так долго говорят, мне кажется, они хотят, чтобы мы вмешались. Они типа думают, что я забыл, на какую кнопку вставать. Ну что, вы начнете что-то делать или не начать вас убивать? Упс, не та кнопка. Это определенно была не та кнопка. Так, ладно. Не знаю, друзья мои. Вау, это было довольно эффективно, опять. Так, что у тебя есть? А, ничего интересного. Что такое? А? Опять эта штука? А, окей, это какой-то другой, видимо. Так, нет, ты на моей стороне. А, черт. Что он застрял там? Those tears of yours might come in handy next time we're in a scrape. Well, there has to be a tear around here. It's coming out of thin air. Нет патронов. Нужен шотган, видимо.
У меня зато куча патронов для автомата. А вот шлиган. Secret message from the Vox Populi. You're the junior code breaker. What's it say? Don't know. There should be a code book somewhere. Так, нужно найти зашифрованную. Найти книгу, может. Но я не знаю, где книга. Contraband guns hidden in the fellow traveler. Didn't find them, but funny thing, we found some old uniforms under the floorboards from the war. Took guesses as to why they were there, but who's there? You're Slate, right? Sir? Put the guns down! Did you hear that, Comstock? That is the sound you have never heard. The sound of a soldier's hand. Come to your hall of heroes. Prove me a liar. Окей. А, нашего парня-пророка тоже кто-то не любит, видимо. Кроме нас. Должно быть что-то скрыто. Где-то. Что это значит? Это нарисована пушка, обведена она кружком. Что-то значит? Или это нифига не значит? Я еще пушка. А, вот. Actually know the fella. Seems he's still got a knack for making enemies. Found something. Нашел книгу. Окей. Теперь мы можем использовать книгу, чтобы взломать пароль, который он там увидел. Окей, видимо, у меня достаточно патронов. Ну, что это значит? Simple enough. Tip the hat to the Vox. Well, there must be more to this place than meets the eye. Что? Шляп. Тоже, ты можешь еще раз сказать, что ты сказал, потому что я немного был в другом месте. А, вот этот, да? Это шляпа. Нет? Нет, это никак не связано. Ладно. Я что-то... Я раз уже только слышал hat слово. И все. Это было последнее все. Мне кажется, мы не решим эту колонку сейчас. Где optional? Где мне посмотреть свои задания вообще? Optional, не optional. Вообще их. Где они? Escape, этап. Делает одно и то же абсолютно. А, окей. У меня что-то кучу всего столько, оказывается, было все это время. Я могу апгрейднуть его.
Но тут нету второстепенных заданий. Есть одно задание, которое основное. Нет? Разве нет? Есть то, куда нам просто нужно двигаться. Ладно. Нужно опять здесь что-то найдем. Тут вообще еще не было. Окей. Почему цены не становятся дешевле? Я же их взламываю. Где мои дешевые цены? О, спасибо. Нет. Это какая-то супер скательница. Почему я таких денег не нахожу? Где ты находишь столько денег в одной монетке? Скажи мне. Теперь могу увеличить урон для винтовки и карабина. Ну окей, это бессмысленно. Пока мы тут ходим, ты еще какие-нибудь деньги найдешь? А, мы можем взломать этот замок. Он туда... Ну ладно, взломай. Что же у нас тут? Банан. Я вижу эти тикающие часы. Куча монет. Что-то мы правда упускаем. Какие-то шляпы. Чувствую, в итоге мы сейчас просто пойдем по сюжету и не узнаем, что тут вообще было за ерунда. Не, ну там должно что-то еще быть. Ладно, я сейчас по-быстрому гляну. Упс, куда-то я запрыгну не туда. Разве тут ничего не должно быть? Что должно быть? Ладно, может, она еще раз прочитает какую-нибудь тайну, которую мы тут обнаружили. Читай. Читай. Окей. Я так и знал, что тут был проход. Я уже думал, придется сдаваться. Да, держи. О, точнее, я, да. Окей. Грейт. Мани. Оу, куча всего. Hey. РПГ? Что, эй? Это РПГ держит.
Ладно, оставим, наверное, РПГ. Патроны есть. На дробовик всегда можно вернуться. Feel better already. Daisy Fitzroy. I've read about her. Books say she's out to tear Columbia from the sky. Everybody's got a dream. I don't want to be a part of their culture, their politics, their people. The sun is setting on their world, and soon enough, all they gonna see is the dark. Это все? Все, ради чего мы сюда шли? Я нашел больше ничего секретного в этом месте. Тут делают пули, оружие, куча хороших вещей. Ну что, тут, значит, больше нет никакого секрета к этому всему. Ладно. Пойду тогда дальше. Окей. Дождались. Он же в это не вставал. We could take those skylines above us. Just need to find. This is going to be fantastic. Это будет фантастично, да. Never catch a break. Think that keen eye of yours could find some ammunition lying around? I sure could use it when there's trouble. It'll take some scrounging, but I'll do my best. Ты ищешь амуницию сейчас? То есть мне просто идти и прыгать. Ладно, окей. Элизабет, жди меня тут. Я вернусь когда-нибудь. Скоро, наверное. Может быть, нет. Скорее всего, нет. Не скоро, то есть. Я думаю, что мне нужно было туда идти. Она тоже так может. Только где у нее эта штука? Кого стреляет? Снайперская. Я не знаю, но давай. Кому стрелять-то? О, окей. Хэдшот бич, что ли? Мне нравится автомат. Ладно, видно, мне будет рано выкидывать. Винтовку можно и фоскопить. Бананы. Так, ладно. Время показать мой... Ну ладно. Вот. А, скоп. Ну,
Окей, спасибо. А, окей. Я не знаю, мне кажется, мне не нужен был брать винтовку. Я не думаю, что там есть что-то интересное. Что-то как-то зайти внутрь. А! Эй. Есть какой-то фильм? Да, я хочу электричество. Подарите мне эту способность. Да, зайдем внутрь и узнаем, что же там внутри. Where is the man who takes a stand for God and sweetest fatherland? But here's the place where we revere the heroes of our city dear. Нравится мне этот парень механический. Я опять тебя взломаю. Так. Блин, ну слишком мало взламывает. Ладно, что я теперь могу видеть? К автомату. К РПГ, к автомату. Окей, это полезно. Второй уровень. Продано. Чёрт! Это патриоты какие-то. А что, мне монетку найдёшь? Ладно, пошли к нашему, я так чувствую, боссу. Our prophet, Father Comstock, commander of the 7th cavalry. That man did not lead the 7th. Hell, I don't even remember the guy. Corporal DeWitt proved his worth on the field that day. Well, I'll be. Slate, is that you? You've always been different, haven't you, Booker? You crave no glory. Look, I see you're caught up in some kind of jam here. If you could see fit to let us through to where they keep this shock jockey, then we'll... That tin soldier, Comstock, wants my boys dead. We won't die at his hands. Да я хотя бы разобрать их. All my men have left the
Окей. Хотите так, будет вам так, как вы хотите. Ау. The shock jockey. If you want the vigor, Booker, you will give my men a soldier's death. They wait for you in Morgan Need, baby. А нужно просто способность получить. И мы пойдем отсюда. Это лучше было бы мне, наверное, ману прокачать. Так сказать. Нет, вроде. Пойдем отсюда. Столько отмычек теперь, кажется, везде валяется. А, они все зарисовали тут. Я это сразу не заметил. Просто шотган. Есть просто РПГ второй этаж. А, это нам не нужно. Блин. Чувствую, это будет веселый поход. Со способностями. Что-то... Кстати, могу еще увеличить. Агу... Ну ладно, я не буду прокачивать то, что у меня нет, чего нету и чего я не пользуюсь. Все равно выбрать любой путь. The Battle of Underneath. The Boxer Rebellion. У нас есть разные варианты того, куда вы могли пойти, я выбрал снежный вариант, видимо. Вау. Yellow skin and slanted eyes that did betray us with their lies until they crossed the righteous path of our prophet's holy wrath. Это круто. I read about this. Comstock led the Colombian troops. Comstock wasn't there. Comstock там не было. Он столько все подставил. Люди недовольны. Так я-то не виноват в этом. Файермен. Файермен здесь. Бро, нет. Просто нет. Окей. Где все? Патроны? Где патроны? Отлично. You see, young miss. You see the man that Comstock wishes he was. A real soldier. I don't wanna do this, Slade. Just give me what I need. Раздай мне то, что я хочу. After you do the same for me. Я сделал после того, как ты сделаешь это со мной. Who are the ghost dancers? Wounded knee. He means us to head to the other display. Comstock's tin soldiers coming to silence us. But we are the true patriots. The history that does not fit in their books. Окей. А тут был? Это тут не был.
Military is briefly marred with damage for 2 seconds. Не. Я возьму, но я не возьму ее как сосудность. Да, мне нравится автомат, какой он есть. Кстати, стал золотым. Из-за того, что я его прокачивал. Я не сразу заметил. Окей. Куда все выперли? Я типа застал вас ждать, что пошел не по тому пути. Или... А, да, теперь я вернулся обратно. Я тут стою, просто отдыхаю. Ладно, пойдем теперь посмотрим другую историю. С индейцами. Что он имеет в виду? Не хочешь знать? Знаете, я делал довольно грязные вещи, раз я даже о них рассказывать не хочу. Не, вот это был быстро. Не. Я же автомата не ставлю эти способности. Что мне сейчас стоит в качестве шляпы? Шторм? Ну, пускай стоит, наверное. Правда, я им тоже не пользуюсь. Особо. А уж и пользуюсь. With hue and cry, with hatchet red, they danced amongst our noble dead. But when our soldiers took the field, the savage horde could only yield. You were there. That wounded knee. I can see it in your face. Tell her, Booker! Да, я там был. Tell her how we strode that battlefield like the heroes of Sparta. I still hear the screams. Let's go. Я все еще слышу их крики. Так. Зачем он пытается меня убить? А, окей, у меня кончились соли. Этих ребят даже как-то неудобно тратить РПГ. Окей, давай. А, это ты? Ты еще жив? Опять вернуться? А, он откроет мне главный проход теперь. If you woke up one day and realized you didn't like what you chose. Hmm.
You will find me past the First Lady's memorial. Мне придется с ней столкнуться. Вау! Я тоже так... Вау! О, окей. Тут еще труп остался. Это он сделал с его историей, и он переписал свою историю. Ну... Довольно сильный паря. Вау, как они такой свет сделали. Смотрится очень круто. Seed of the prophet lay in the womb of Our Lady, but for a single week. Comstock had a child. My books never mention anything about a child. That's quite an omission. Can't imagine that was by accident. Наверняка ты была его дочерью. But the child took ill, and Our Lady prayed for the prophet's heir day and night. Что же произошло дальше? Это тут... Зачем они пишут незаконченные истории? Я хочу знать, что случилось с ребенком. Мы должны идти дальше. She shall not come betwixt her and prophecy. The seed of the prophet shall sit the throne and drown in flame the mountains of man. You're Comstock's daughter. Ты дочь Комстока. I can't. He wants you to follow in his footsteps. Well, I want a puppy, but that doesn't mean I'm gonna get one. Кто не хочет щенка? Значит, те, у кого на них аллергия. Ладно, я... Это был неожиданный поворот, хотя мы немного его ожидали. Что она дочь этого Комстока. Или Камстока. Значит, фикс. Это кто такой? Это убийца какой-то? Жена. I was the most generous of souls. There was no pain I would deny them. No betrayal I would not gladly give. And when I had scorched the hearts of all who loved me, the prophet said, "There is nothing you can do for which I will not forgive you. For God has granted me sight, and through his eyes, even you are loved." Значит, ее мать убили? Или он сам ее убил в итоге? Bars, but you're too broad. Ты как бы... Let me scout ahead, see if there's some way to move forward. Давай. Не знаю, подкинь мне чего-нибудь. От? Is that? It's a tear, something I can bring into this world. It's a freight hook. Well, that's convenient. As I said, it's a form of wish fulfillment. Так, я пытаюсь. French hook. Alright. Let me know if you want me to bring that freight hook in. There. I feel there's more where that came from. Whenever I get anxious, tears have a way of appearing. But could you see those tears? We can use them against Slate's men. That tear will get us access to higher ground. And that one will give us a turret. And some cover. Кое из них использовать? Я думаю, лучше использовать... А, турель можешь создать. Вау. Я даже не знаю, турель или эти штуки. Наверное, турель лучше. Сейчас с этими штуками я могу очень быстро прыгать.
Ладно, я давно не ходил в стрельбу. Что, мне еще захватить нужно под контроль или что? А, окей, он стал бомбить. Ау, ау, мне больно ведь. Я тоже человек.